Снова здравствуй, дорогой зритель. Снова с вами я, Михаил, канал «Картавый блогер». Ну и, собственно говоря, очередной телефон на обзор. Что у нас за телефон? Xiaomi Redmi 4X. В нашем случае версия 2.16. 2 гигабайта оперативки, 16 встройки. Будет ли на регулярных товарах и на обзорах 3.32, пока не скажу. А плюсы данного телефона довольно просты. Начнем с того, что идет в комплектации. Достаточно просто. Кабель, адаптер, 5 вольт, 2 ампера. И скрепка. Да? Телефон у нас цельный, а задняя крышка не съемная, аккумулятор не съемный. Соответственно, у нас есть лоток, в котором можно разместить либо две сим-карты, либо сим-карту, карту памяти. Вполне возможно, можно сделать бутерброд. Вот, собственно говоря, вот таким вот образом предполагается размещение. Либо микросим плюс наносим, либо микросим плюс microSD. По этой причине, ребят, не ленитесь, заказывайте заранее вот такого плана. Вы знаете, наверное, даже не такого плана. Где-то же у меня под рукой они были. Сейчас найду. Да не буду я искать, положу я вам ссылку на адаптеры к этому видео. Если у вас симка там, не тех размеров, адаптер вам пригодится. Итак, Xiaomi Redmi 4X с его ценой, с доставкой из Москвы, у меня он стоит приблизительно 7000 рублей. Из Китая, где-то может быть там чуть подешевле, где-то чуть подороже. То есть это вот абсолютно точно середнячок по... Да даже не середнячок, а чуть ниже среднего по цене. При этом он имеет вот такой внешний вид. Сканер отпечатка пальцев располагается в стандартном месте. Одноцветная LED-овская вспышечка, 13-мегапиксельная камера, кнопка громкости и включения. Собственно говоря, тангетка, в которой прячутся сим-карты. Что у Xiaomi мне иногда не нравится, это вот. В этом месте он позвякивает. Это было у 3S, это есть у 4X. У некоторых других моделей этого нету. Да давайте перечислим, что мне нравится все-таки в первую очередь в этом телефоне. Чудесный черный цвет. То есть вот я обожаю такой цвет. Формы, все хорошо, да, то есть вот закругленное стекло, в этом отношении прям все чудесно. Сенсорные кнопки, да, пожалуйста, работают отдельно от экрана. У меня сейчас Lenovo P2. У меня для того, чтобы воспользоваться вот этими кнопками, нужно сделать вот так, да, и они появятся на самом экране. Здесь нет, здесь сенсорные кнопки, а также здесь есть индикатор. Давайте я вам зачитаю. Стоит MIUI Global 8.2. 0.2, в нем 8 ядер, максимальная тактовая частота 1,4 ГГц, оперативной памяти 2 ГБ, встроенной памяти 16. Реально остается после всего порядка 10 ГБ. Соответственно, карты памяти вы все это дело можете увеличивать. Android, шестой Android здесь стоит. Что еще хорошо? 4000 мАч аккумулятор. Ребят, это очень даже хорошо для такого маленького телефона. То есть автономность будет на уровне. К сожалению, не совсем могу понять, успею я вам сделать тест на аккумулятор или нет. Поэтому успею, выложу. Не успею, ребят, не обессудьте. Также, да, вот такие вещи, как двойное приложение. Стандартная мулька у Xiaomi, когда ты можешь задваивать их. Раз, два, то есть, надо вам от кого-то что-то прятать, вы можете пользоваться на выбор двумя пространствами. То есть, в одном будут одни вещи, в другом другие. Либо, например, вы хотите какие-то программы, а-ля WhatsApp на разные номера использовать. Соответственно, в каждом пространстве будет свой WhatsApp на свой номер. Предварительно это вот так.
не аккаунт все это делал, ну вот, вот оно, да, второе пространство. Отдельное пространство, используя второе пространство как отдельное устройство. То есть вот все, что будет находиться на нем, будет жить отдельной жизнью. Что в нем мне не понравилось, это он немножко сложен в плане, вот ты поставил программу, да, хочешь ее использовать. Он говорит, да, там программа требует разрешения. Ну, например, это игра какая-то. Включить, не включить. Нажимаешь включить, оно не срабатывает. То есть нужно лезть в настройки, давать разрешение данной программе. Какое-то время это может казаться прям вот, ну, неудобным. А мультитач ровно по этой причине поддерживает 10 касаний. Ровно по этой причине у меня как-то сначала с ним были некоторые проблемы. Потом я понял, в каком месте ему дать разрешение. Вот, опять видите, та же самая проблема вернулась. То есть вот два касания, все хорошо. А в этом месте, куда ты делся? Оп, опять сбросилось. Ребят, напишите, если у вас есть такая модель, что это за особенность. То есть брак это, либо что. Причем вот в игры играл, проблем абсолютно никаких не было, было все хорошо. Да, то есть он послушен, великолепен. Хорош. Помимо прочего, то есть вот танки на максимальной настройке, вы позже это увидите в отдельном видео, да, там. Великолепно держат FPS-ку, да, то есть проблем абсолютно никаких, даже тяжелые игры, телефон тащит, ну, прям все шикарно. По GPS-у, ну, опять же, вы увидите видео, ну, проблем никаких, все тянет, все вот хорошо, все шик с надрывом. А четкость записи, к сожалению, только 720, да, 1080 не дотянули. Совсем забыл упомянуть о том, то, что у него, как у всех Xiaomi, есть инфракрасный порт, поэтому вы всегда сможете скачать программу, с помощью которой вы сможете переключать каналы телевизора, например, либо пользоваться, как вариант, кондиционером, либо каким-то другим устройством, например, там музыкальный центр, если вы им пользуетесь, он на пульте, почему бы нет, это можно скачать, установить и использовать. И давайте я вам покажу, наверное, результаты тестов. Посмотрим и поймем, что он для своей ценовой категории очень даже. Ребят, давайте, наверное, срезюмируем. Маленький, 5-дюймовый, цельный, металлический, прикольный телефон. Цвет, ну, в случае с черным,
просто великолепен, да? Я обожаю такой цвет. Посмотрим, придет золотой. Золотой тоже будет регулярным товаром. Посмотрим, как он выглядит в золотом цвете. По характеристикам. А основной минус, который я в нем вижу, это 16 гигабайт встроенной памяти. Реально у вас остается 9,7. В принципе, достаточно большому количеству людей этого будет, ну, вот выше крыши не вопрос. Да? А для тех, кто там прям вот скачивает и так далее и тому подобное, этого будет мало. Но при этом, ребят, его ценовой сегмент 7000 рублей. Кто мешает вам поставить карту памяти? Проблем вообще никаких. То есть можно взять версию 3.32. Да, встроенной памяти будет побольше, оперативки будет побольше, но при этом ценник на 2000 возрастет. Оно вам надо? Флешка на 64 гига стоит примерно 1300 рублей. Ну вот взяли, забыли. Все, вам этого хватит. А по камере, ну, ребят, спорно как-то все на самом деле. То есть вот там есть фотографии, посмотрите, где распускаются вишни, если не ошибаюсь. И вот она... цветы сфотографированы как бы вот близко, да, и вот задний план размыт, ну, а-ля макросъемки, получается прям вообще вот то, что надо. А фотографии чего-то прям вот в целом, да, там, ну, как-то, ну, опять же, за 7 тысяч очень даже. Ну, я немножко выпендрюсь, потому что у меня на другой телефон, я привык к тому, что получается совершенно иначе, вот, поэтому... Для 7000-ника почему нет? А по аккумулятору. По аккумулятору достаточно живучий. То есть, скорее всего, у вас на день хватит. В крайнем случае, микро-USB. Ну, не такая большая редкость. Всегда можно и подзарядиться. А по стеклу, да, то есть, вот эти вот закругленные линии, ну, они красивы, они симпатичны. На рамки я вообще не обращаю внимания, то есть меня они не беспокоят никогда. По, ну, в целом, очень даже хорошее впечатление этот телефон у меня оставил. Я вполне могу его рекомендовать при условии, то, что, ну, нужно вложиться там в какую-то сумму. Есть денег побольше, да, ну, от 10 и выше начинается уже более большой разбег, выбор, да, и те же Xiaomi и другие марки. В этом бюджете, ну, очень даже. Хотя, в принципе, можно, наверное, еще посмотреть Blackview R6. Ну, хотя, с другой стороны, от добра добра не ищут. Очень мне понравилось, как он ловит спутники. Вы, в принципе, это на видео видели в обзоре. Значит, видимости много, использует тоже много. То есть, ну, прям вот. С GPS-ом проблем вообще никаких не наблюдаю. Затем все. Интересно, можете заказать с доставкой из России. Ссылка в описании. Либо с доставкой из Китая. Опять же, ссылка в описании. Ну и кое-какие расходники для него. Всем всего. До скорых встреч. С вами был я, Михаил. Канал «Картавый блогер». Пока! Thank you.